поехали за детьми, за девчонками. Уже подъезжаем к садику. У нас чуть ли не дождик идет, да, Ваня? Так дождь, так-то, ну да. Ну то снег, то дождь, но сейчас, видимо, дождь. Все, мы приехали. И Куся, ты куда забралась? Давай, слазь. Как красиво-то, да? Нарисовано. День добра. Давай будем одеваться. А, потом топ-топ оденем. Иди сюда. Маша варежку одела. Кто это? Мама. Жирафик. Мама купила, да? Да. Снудик. Мама. Завтра в садик пойдем к тете? Нет? Лика, ты на папе едешь? Ты Куся, ты куда поехала? Бла? Домой? Да? 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 А тут Алина идет. Алина, тебя кто из садика забрал? Папа. Папа везде у нас успевает. Смотри, и за Анжеликой сходил. Он папа выходной? Да, последний, единственный. Второй выходной папы. Где вы, девчонки? Где вы там? Вас не видно. Едем, едем, едем. Всем привет! Сегодня у нас 24 ноября. Сегодня утренник у Алиночки. Утренник в честь День Матери. Смотрите, какая у нас красота на деревьях. Ой, я очень-очень спешу, в общем, чтобы не опоздать. Иду на утренник к Алине. И у нас так подморозило, так прохладненько, руки прям мерзнут. Деревья такие прям заснеженные, классные. Да, такой вид, конечно, дом. Сейчас иду, смотрите. Как красиво! Не правда ли? Смотрите, сколько снега. У нас прям снега много выпало. Прям сугробы. Вот. И прям подморозило так. И снег так лежит красивенько. Вообще красота. Смотрите, какой забор. Вот тоже дом такой заброшенный. Вот. Сегодня я в туфлях буду. Меня даже типа, ну, не пригласили, а попросили поучаствовать там. Ой, в общем, вот. Буду типа участвовать. Выйду там к Алиночке. И там ее надо что-то типа нарядить будет. Если попрошу, может быть, кого, то меня заснимут, что я там буду делать. Меня попросили одеть туфли. Не в сапогах быть и в бахилах, а вот именно нарядном, ну, каком-нибудь нарядном виде, платье там и в туфлях. Ну, я оделась. Платье, кстати, с Валберис. Я его перешила, переделала, потому что оно мне, ну, несуразно было. Ой, в общем, вот. Иду, замерзла уже.
хорошо, что все мы собрались в нашем уютном зале. Рассаживайтесь поудобнее, постарайтесь отдохнуть. Я надеюсь, что мы с удовольствием проведем время нашей встречи. А разговор сегодня пойдет о самых дорогих, любимых и единственных наших мамочках. Последние дни ноября мы отмечаем замечательный праздник – День Матери. День Матери – праздник особый. Отметим его в ноябре. Зимы ожидает природа, но слякоть еще на дворе. И мы, дорогим нашим мамам, подарим веселый концерт. Тепла и улыбок желаем. Огромный вам детский привет! Можете картошки не снять пока, если не помешает.
радуешься? Солнечко, золотая. Молодец. Мама, это что? Передавай дальше, передавай Лидочке. Какая Лидочка мама у тебя? Какая? Мама, это небо. Алиночка на стадионе, забрала ее из садика, да, доча? Да, что у меня были слезы. Да, плакала, выревела. Ой. Угу. Вот я говорю, что не надо забирать, я не буду на утренники к тебе ходить. Умею. На улице как будто бы теплее, что ли, стало, не знаю. На лыжах там катаются. Что? Ага. Надо идти домой. Там Анжелика у нас с бабушкой, с дедушкой. Вот. Это, мама, для всех людей. Это для людей. Для людей. Я стрекаюсь. Нет. Угу. Нет, стрекаюсь. К нам еще придет, ну, можно сказать, сосед, мальчик, в общем. Кто к нам придет? Вова придет. Алина ходит с ним тоже в садик. Вот. Кирюша тоже опять собирался. Мама, а можно мне на снег лечь? Не надо. Ты можно хочешь ты... ангела сделать? Да. Ну давай. Помоги встать. Получился ангел. Мам, помоги встать. Вот такой ангелок. Да? Пошли. Вся в снегу. Что? Нам дядечка сказал не вставать на лыжню.
Дедушка, он тут катается на лыжах. Вот, так что не будем портить. Пойдем, доча. Пойдем, доча, доча, доча. Завтра в школу-то идем. Не пойдешь? А почему говоришь не пойду? Не хочется в школу? А разве ты в прошлый выходной не отдыхала в больнице? Мы же не ходили в школу. Мама пришел со школы. Где портфель-то у тебя? Мама? Мама? Засранка. Что? Засранка. Тёмочка. Я так говорю, да, потому что он у тебя как этот везде чуханец валяется, грязнится. Тёма хочет мне сделать подарочек. Воскресенье же, по-моему, День матери. И сегодня они делали, как и Алина, кстати. Сделали поделку. Я еще Алинину не показывала вам. Ну вот, что Тёма мне хочет подарить. Вау, это твоя мама. А вот этот птенчик, это ты, да? Да. Твоя любовь в моем сердце, мамочка. Красота. Красиво. Тёма, ты сам это все вырезал? Да. Вот так вот аккуратненько, да? Старался. Вообще красиво, да, сыночка? Угу. Ты молодец. Это вам дали вот такие шаблончики или что? Это нам дали вырезать вот это вот. И сердечки тоже нам дали. У-у-у. Учительница или... Учительница. Ты говорил, какие-то эти... Старшие классы у вас? Нет, сегодня не пришли. Угу. Смотри, какая классная штучка. Открыточка, да? Угу. Спасибо, сыночка. Пожалуйста. Красота? Угу. Угу. Супер. Супер. Старался? Да. Подстригаться пора. Смотри, какой лохматый уже. Лохмач, домовёнок Кузя. Алина с Вовой ушли погулять. Они там занимались этими, как это называется-то? Ну, поделками, в общем. Вова там пришел с поделками. Они это алмазную мозаику собирали. Сейчас они пошли погулять. Хочу поснимать их, а вон они. Все в снегу. Возле дома тут играются. Анжелика у меня спит, а мы сейчас с Тёмой пойдем покушаем. Такие дела. Все, давайте показывать свою красоту. Я свою красоту вот так вот сделала. А я свою вот так. Я уже четверку начинаю. А я тоже. А тебе надо было с двойки. Это тоже? Потом, потому что двойка сложная. И в ней очень много двоек. И я тоже насыпала. Ну а теперь просто покажу вам свои обычные, привычные домашние дела. Тут ничего особого, просто развешала белье. На этом мой влог подходит к завершению. Я всех благодарю за просмотр. Всем спасибо. Спасибо, что вы пишете комментарии. Мне очень приятно. Я всегда рада с вами пообщаться. Всегда стараюсь ответить сразу, ну, по мере возможности. Прощаюсь с вами до следующего влога. Всем пока-пока. До новых встреч.